Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 7. Один каменщик уложил за день 2350 кирпичей. Другой на 147 кирпичей больше. Сколько кирпичей эти каменщики могут уложить вдвоем за 5 дней, укладывая в день такое же количество кирпичей? Первым действием мы 2350 прибавим 147. Для того, чтобы узнать, сколько кирпичей заложил второй каменщик, мы получим 2497. Таково количество кирпичей, уложенное вторым каменщиком за день. Посчитаем, сколько уложили за день первый и второй каменщик. 2350 прибавим 2497. Мы получим 4847 кирпичей. Так как 0 плюс 7 будет 7, 5 плюс 9 – 14, 4 пишем, 1 переходит в следующий разряд, 1 плюс 3 – это 4, и 4 плюс 4 – это 8, 2 плюс 2 – 4. 4847 кирпичей уложили оба каменщика за один день. Узнаем, сколько эти каменщики уложат за 5 дней. Для этого мы эту сумму умножим на 5. 5 умножить на 7 будет 35. 5 пишем, 3 в уме. 5 на 4 – 20. Прибавим 3, получим 23. 3 пишем, 2 в уме. 5 умножаем на 8 – будет 40. Прибавим 2, получим 42. 2 пишем, 4 в уме. 5 на 4 – 20. Да плюс 4 – это 24235 кирпичей уложат оба каменщика за 5 дней. Ответ. 24235 кирпичей уложат оба каменщика за 5 дней. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.